поделите. И лягушая, все эти процессы. Нет, я слушаю, о чем вы говорите. Давайте на ревизию. Не надо плевать. Ладно, я не могу. Для храбрости. Ну, ты чего? Кого вы? Лена, тебе что? Ты что? Папа, что не будешь говорить? Не хочешь, папа? Не хочешь сказать? Да. Дочь, бриллиантик свой. Надеюсь, отдаем в хорошие руки. Как уже надеюсь? Уже не надеюсь. Уже как-то так. Поздно, да? Да, надо уже убедительно сказать, что отдал в хорошие руки. Отдаем в хорошие руки. Счастья вам. Пока, чтобы сегодняшний день запомнился вам на всю жизнь, чтобы вы вспоминали этот день не только через год, ну и через 5, через 10, через 20 лет, чтобы вы всегда были вместе. А мы с вами. А мы с вами. И отвечали. Будьте счастливы. Ну, давай, Лена, давай. Давай, Лена, давай. Саша с Тёмой вышел на улицу. А что, не спит? Много я не вижу на ваших золотых, извините. Я с подошел поздоровался. Ну тогда еще допьем. Передохнут. Ребята, пить не пьем, а кушаем. Покушали бутерброды. Потому что время у нас в запасе есть. Отдыхаем. Кто хочет присесть на диванчик? Потому что будет это очень долго. Прилечь это сложно. Что, время? 20 минут еще. Ровно час до росписи. Да. Ну, в 10, я же говорю, надо сесть. Не, ну, может, раньше вышли. Ну, такой традиционный. Ну, по крайней мере, без сети надо выйти. Ребята, подкрепляйтесь, потому что ехать, гулять. Давайте, быстренько. А с собой ничего не даем. Да, с собой ничего не взяли, извините, все забыли, поэтому кушаем у тещи. Чем богаты, тем и рады. Видишь, как налетит?